Добрый день, дорогие друзья! Сейчас покажу вам мост в деревне Кирке. Он соединяет две части деревни. По нему каждый день ходят люди. Дети с этой стороны ходят по нему в начальную школу, детский сад. Ходят пожилые люди, потому что магазины, почта и фельдшерский пункт только на той стороне. Жители деревни очень смелые, они как-то лихо и бесстрашно пробегают по нему. Я спросила местную жительницу, не боится ли она. Она говорит, а что бояться-то? У нас даже на мотоциклах по нему катаются. Жители Кирок уже много лет просят построить новый мост или хотя бы починить старый. Но в мост никто вкладывать не хочет, потому что он дохода не приносит. Поэтому ремонтируют люди мост своими силами, используя кто что может. И каждый день рискуют своими жизнями, проходя по этому опасному мосту. Смотрите, как тут красиво. Вот такой вот он. Аттракцион начинается. Ой-ой-ой. Ой, страшно.